Ну, хорошо, давайте попробуем начать. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Здравствуйте. Сегодняшний наш онлайн-встречу, я буду вашим медиатором. Представьтесь, пожалуйста. Я Роман. Можно на сторону указать, когда вживую, а как здесь. По порядку. Ну давайте по кругу. Я Роман. Произвольный порядок. Я Роман. Давайте двигаемся дальше. Анастасия. Анастасия. А меня зовут Валерий. Я являюсь представителем Раисы. Валерий, скажите, пожалуйста, вы уполномочены вести переговоры? Да, вот у меня есть реально заверенная доверенность. Я готов вам ее предъявить или выслать скан. Спасибо. Скажите, Роман, Анастасия, вам необходимо знакомиться с данной личностью? А мы уже знакомы. В принципе, вопросов не вызывает. Хорошо, тогда позвольте пару слов о процедуре, как она будет происходить. И, возможно, мы с вами обговорим правила нашего общения на сегодня, для того, чтобы оно было для нас максимально эффективным и комфортным. Скажите, кто-то слышал, возможно, есть какую-то информацию владеете. Роман, скажите, вы сталкивались с процедурой медиации? Ну, в принципе, да, я немного знаком. Возражений против вашей кандидатуры не имею. Анастасия? Да, я тоже знакома. Согласна. Все мне устраивает. Валерий, скажите, а вы знакомы с процедурой? Да, я знаком с этим чисто теоретически. Мне будет очень интересно принять практическое участие в жизни. Спасибо. Я так понимаю, у нас еще один человек у нас встречается. Или это запрос? Марина Юрьевна, почему присутствует, ну, предположим, приглашенный нотариус или дело происходит в нотариальной конторе с разрешением Марины Юрьевны. Вы не возражаете, Марина Юрьевна? Не возражаю. Хорошо. Давайте посмотрим, что это. Сегодняшняя моя роль, сегодняшняя моя задача помочь вам эту беседу. Я не являюсь судьей, арбитром и не беру роль консультанта. Я бы очень вас просил, учитывая наши технические возможности, высказываться по одному. Я буду задавать вопросы, возможно, что-то прояснять, возможно, вам понадобится общение друг с другом. Я вас очень попрошу, учитывая наши технические возможности, чтобы мы могли лучше друг друга понять, и чтобы вы могли понять, и говорить по очереди. Я согласна с этим большим правилом. Ну, согласна. Да. Хорошо. Возможно, мы можем начать, или есть еще которые мы могли бы... Если у вас в ходе нашего процедуры вопросы или понадобится какой-то большой перерыв, возможно, кому-то будет сделать звонок, вы об этом скажите, и еще необходимости.